Большой зал Верховного Совета не вмещает всех желающих. Депутаты парламента, главы муниципалитетов, гости из других регионов. Конечно, много членов КПРФ, как местных, так и приезжих. Много новых старых лиц, тех, кто ранее занимал в Хакасии разные посты. Председатель избиркома объявляет итоги голосования и вручает Валентину Коновалову удостоверение главы республики. Торжественно клянусь верно служить народу, строго соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Конституцию Республики Хакасия, законы Республики Хакасия, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы Республики Хакасия, председателя правительства Республики Хакасия. В зале первый председатель правительства самостоятельной республики Евгений Александрович Смирнов. Сегодня у него день рождения. Его опыт и других авторитетных жителей Хакасии Валентин Коновалов обещает использовать в работе. Впереди большая ответственная работа. Первоочередные шаги уже определены. Формирование правительства, принятие закона о республиканском бюджете, решение назревших социальных и экономических проблем. Мы разные, но Хакасия у нас одна. Приложить все силы к ее развитию и процветанию – вот главная наша задача. Если партийность имела важное место неделю назад для жителей Хакасии, для нас, то сегодня я считаю, что, Валентин Олегович, прежде всего для вас, для всех жителей Хакасии, прежде всего для вас, депутаты, сегодня должна быть только одна партия. Это партия жителей Республики Хакасия. Все выступающие говорят об одном – взаимопонимании, доверии и совместной работе разных политических сил. Валентин Коновалов благодарит своих соратников и избирателей. Отдельное спасибо в Рио Михаилу Развожаеву за его работу в регионе. Еще раз обозначу свой принципиальный подход. При назначении на ключевые должности основным критерием будут профессиональные качества кандидатов, вне зависимости от их политических взглядов. Убежден, мы сможем сформировать не просто коалиционное правительство, а правительство народного доверия и созидания.